Михаил Саакашвили у себя на официальной странице Facebook опубликовал пост с очень хорошей новостью. Цитируем слова в оригинале. «Очень хорошая новость. Комитет Верховной Рады по энергетике единогласно поддержал наш законопроект по реформе подключения к электросетям. Как сказал первый заместитель главы комитета Алексей Кучеренко, дай бог, чтобы все законопроекты готовились так же качественно и тщательно. Также, что важно, регулятор тоже полностью поддерживает нашу инициативу. Это означает, что уже в ближайшее время вопрос поставят на голосование, и очень высокий шанс того, что он наберет необходимое количество голосов. Реформа подключения к электросетям будет настоящим прорывом для бизнеса, потому что касается буквально каждого предпринимателя, который хочет начать бизнес. Сейчас подключение к электричеству – это процесс, который может занимать годы и за которые вымогают огромные деньги. Мы законодательно сократили возможность срока в 3 раза и существенно уменьшили стоимость. Это один из тех факторов, который тянул Украину вниз в рейтинге Doing Business и тот, который поможет эту ситуацию исправить, а следовательно не только помочь украинскому бизнесу, но и привлечь зарубежного инвестора. Спасибо главе комитета Андрею Герасу и всем его членам, народным депутатам и всем участникам процесса. Надеюсь, очень скоро эта реформа будет не только принята, но и реально упростить жизнь предпринимателям.